Еще одна жертва пьяного ездока. В воскресенье около 23 часов на проспекте Текстильщиков областного центра произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, Volkswagen выехал на встречную полосу, где врезался в двигавшийся ему навстречу ВАЗ-11 модели. В результате аварии водитель иномарки получил травмы тела. 49-летний мужчина, находившийся за рулем отечественного авто, погиб на месте. Водитель автомобиля Volkswagen Touareg на момент ДТП находился в нетрезвом состоянии. 0,69 грамм на литр выдыхаемого воздуха, то есть это достаточно много. В настоящее время проводится проверка. Проверка проводится до 30 суток, и впоследствии будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.